твори добро, и оно не раз к тебе вернется. В открытом акционерном обществе «Мозырь-Соль» благотворительность – это, можно сказать, неотъемлемая часть работы предприятия. Один из адресатов – Центр коррекционно-развивающего обучения. Не только помогают сами, но и стремятся привлечь к полезной деятельности как можно больше людей. Еще несколько лет назад руководство «Мозырь-Соль» обратилось к своим российским партнерам с предложением тоже стать благотворителями, и те с удовольствием согласились. Нужные подарки дарят не только по праздникам, но и просто так, по широте души, без повода, чтобы помочь и чтобы порадовать. Прониклись вот именно той ситуацией, которая, в которой находятся дети. Дети очень талантливые, дети очень обаятельные. Вот. И когда все-таки мы вникли в этот вопрос, мы поняли, что здесь нужно помогать, помогать и помогать. Конечно, здесь сейчас у нас мир, в мире не хватает вот именно доброты, человечности. И вот именно то, что вот эта помощь является добротой, она как бы здесь приоритете. Мы, в свою очередь, прониклись этой помощью. Я по приезде в Санкт-Петербург себе на работу своим сотрудникам вот сказал, показал, что вот есть такой детский дом, соответственно, и можно оказывать, и нужно оказывать, наверное, помощь. Добро, оно всегда нам в этой жизни зачтется. И поэтому мои сотрудники, они, в принципе, все нормальные люди, они тоже восприняли это правильно. Вот. Тем более я привез тогда поделки, которые делали дети. Вот. И когда они увидели, что такие поделки делают дети с определенными нарушениями функциональными, ну, все, конечно, этим зацепились, назовем это так. Вот. И, как бы, естественно, вот это желание помогать, оно возникло и не у меня, а у одного, а у всех людей, которые работают со мной. Каждый визит друзей из России для Центра коррекционно-развивающего обучения – это праздник. За подарки и внимание со стороны неравнодушных партнеров предприятия «Мозырь-Соль» сотрудники и воспитанники Центра отблагодарили ярким концертом коллектива инклюзивного творчества «Веселка». Виктория Синицкая, Олег Фицнер, телеканал «Мозырь».